Добрый день, друзья. Давайте снова погрузимся вглубь подземелий, в игрушки Нойта и попробуем различные волшебные палочки. Посмотрим, как глубоко мы сможем спуститься. Давайте сегодня пойдем стандартными маршрутами, без деревьев и пирамид. И попробуем добраться до храма. Ну, как минимум до джунглей. Так, то, что у нас в подземелье пахнет газом, это не очень хорошо. Хоть и встречается очень редко. Вон он, газ идет. Воспламеняющийся. Так, обычно на дне таких стаканов может быть что-то интересное. Например, здоровье. Тут, к сожалению, ничего нет. А значит, это не тот стакан, который нам нужен. Так, слева был слизень. Пьяный слизень. Так, давайте смоем с себя эту кислоту. Отлично. Еще одного слизня нету в нашем подземелье. Ой-ой. О, догорелись мы зря. Надо чуточку поосторожнее. Так, электрический камушек. Чего же вас так много-то, ребят? Нет, по себе. Снизу-то еще двое. Я могу? Ой. Ой-ой-ой. Хватит, ребят, слишком много. А мы горим? Мы горим. Хотя бы так. Так, живем. Ух, живем, но подбирать это золото, пожалуй, не рискнем. Слишком много там кислоты. И не так уж много у нас здоровья. Зато у нас есть палочка. Ах ты ж, зараза. Ух, тот сам себя подорвал. Бывает же. И не подорвал при этом... А, нет, не подорвал себя. Я думал, он от того. Как он выжил? Как он выжил? Не, палочка вон лежит. Все. Его нет. Его нет. Ух. Жуть. У нас есть еще одна палочка, которая дует воздухом.
Ну или чем получится. И неплохо себя показывает на ближней дистанции. Но с точки зрения разрушения поверхности, палочка эта далеко не так эффективна, к сожалению. Так, у нас мало здоровья. Но пока не нашли ни одного увеличения максимума здоровья. А хотелось бы найти. Поэтому давайте немножко побродим и посмотрим, что может нам предложить еще первый этаж у тебя, конечно же. С товарищем с дробовиком мы расправились. Здесь вроде основной жар ушел, поэтому можем идти дальше. Ага. Хватит. А что началось? Так, давайте жить дружно, например. Так, и еще один стакан. И внизу этого стакана тоже ничего полезного нету. Зато можем обменять одну из наших бутылок. Например, с метиниум. На что-то более полезное. И надо было взять себе не пустую палочку. И не погибать так глупо. Ладно, дубль 2. Снова спускаемся вниз. У нас палочка с огненной молнией. Палочка с фейерверком. И еще одна палочка где-то здесь неподалеку. И вон та палочка, которую мы видели. Давайте сходим за ней. Хотя это будет не так просто. Так, надо, наверное, отойти. Сейчас все неприятное польется наружу. Но тем временем можем с другой стороны подойти и забрать эту палочку. Окей. Вот, ну все прогорело, но палочку нам не забрать. Потому что она заспавнилась в текстурах, зараза.
попробуем пробиться туда как-нибудь. Но проблема в том, что эта вот молния не особо-то копает. Надо найти что-то более копающее. Или позабыть об этой палочке. Хорошие новости, здесь есть здоровье. Плохие новости, здесь есть электрический товарищ. Ну, попробуем с ним справиться или обхитрить. Мы же можем с двух сторон поджечь. Он пойдет в какую-то одну из них, а мы с другой стороны сможем похитить здоровье. Давайте попробуем мы выманить его в эту сторону. А как мы его выманить? У нас все бьет недалеко. Давай. Смотри, я здесь. Я здесь. Проблема в том, что это длинный коридор. И тут особо не увернешься, если он надумает стрелять. Так, но он вроде ушел. Да, он пошел вниз. А, значит, мы можем забирать это здоровье. И пусть он тут входит. Осторожненько. Если бы он отошел от этого золота, мы бы могли его тоже забрать. Вроде отходит. О, страшно. Страшно, страшно. Все, пошли отсюда. В общем, там сам с собой играется. А здесь у нас есть сундук. Как бы нам до этого сундука докопать? Без особо копающей палочки. Ну, потихонечку, помаленечку. Немножко-то мы копаем. Главное не загореться самим. Окей, готово. У нас есть немножко золота. Спуск куда-то вниз. А мы двигаемся направо. Ладно. Я думал, нижняя штука загорится, но... Увы. Так, ну тебя точно надо поджигать. Чтобы проход очистился. Нижняя штука еще не горит. Жаль. Давайте потратим еще одну молнию, чтобы поджечь. Так. Электрический товарищ там он ходит. Сверкает, судя по звукам. Мы его не видим, но слышим. Ну. Еще одна палочка. Хаотического полиморфина. Окунуться туда не хотелось бы. Я могу стать кем угодно. И тут много своих неприятных моментов может быть. Вплоть до того, что можно стать червем, уползти куда-нибудь в текстуры и там застрять. Так, со слизнями разделались. Значит, можем потихоньку думать, куда слить этот полиморфин. Так, а чё это я загорелся? Не надо. Во, можем снизу пробить.
Ты думал, вниз течет? Вот, пусть он вниз стекает. Нам, конечно, тоже вниз надо будет потом спускаться, но это же будет потом. Главное, что мы сможем забрать эту палочку. Возможно, она нам и поможет потом спускаться вниз. Хватит ли нам того, что мы сольем половину? Хватило. Это хорошо, и у нас есть палочка с бомбой. Хуже ходит. Такой нехороший. Нет, точнее, вот такой, конечно, хороший. Вот нехорошо для меня, что он там ходит. Вон. Ложь, наверное, сказать, что именно ходит. Он сейчас просто завис. Ну и пусть себе висит. Правильно? Мы мешать не будем. Пойдем куда-нибудь сюда. И сквозь новонайденной палочкой пробьем себе проход вниз. Какой-то живчик. Оп, еще одно увеличение здоровья и лягушки. Лягушки и зеленые зомби, на которые надо уже по два выстрела. Ну, загорайся. О, совсем другое дело. Так, а что у нас наверху? Помимо товарища с дробовиком, еще одна лягушка. Игра. Вот ай-яй до ой-ой-ой. Так, у нас есть фляжка с водой. Мы это можем разбить вниз. Можно, в принципе, часть из нее вылить. Тогда он будет проходить по ней. А, ну. Хватило. Отлично. Экономно используем имеющуюся у нас воду. Мы сможем ее даже донабрать. И давайте еще походим, пособираем. А может, сможем найти еще палочек. Отличная палочка. Палочка с черной дырой. Копает лучше некуда. Может, надо сразу ее... Ай-яй, это не та палочка. Это не та палочка. Вот та палочка.
Зомби утонул. Я не против. Здесь часть превратилась в воду, часть в болото. Надо будет изучить механизм изучения в болото. Это что такое? Кошмар, кошмар. А что он такое большое? Это. Ты что такое большое? Ой, а. Я понял, это был хаотический полиморфин. Страшно. Это был хаотический полиморфин. И червь был не настоящим. Это мы вот сюда слили все. Мне кажется, стать таким червем самому было бы неплохо. И если, конечно, не доставать этих трох в момент, когда действие этого полиморфина перестает действовать. А такое уже было. Давайте проверим, как оно горит. Угу. Еще бы мы попали. Не особо оно горит. Ладно. И в игру добавили еще алхимию. Ты куда? Ну? Еще. Ай. Так, бутыль прям с огнем. Даже не с лавой. Так, а наверху сундук. А справа палочка. Что интереснее, сундук или палочка? Правильно, и то, и другое. Немножко. Не так взяли. Ладно. Ой-ой-ой. Кажется, надо выбираться отсюда. Чтобы самому не зажариться. Так, надо где-то смыть себе это масло. Плюс набрать немножко воды. И смотрите, во что превратится этот сундук. А, ну, там еще одна палочка. Что? Хорошо. Ладно, пока палочка эта горит. Поднимемся наверх. И посмотрим, что мы упустили на самом верху. Вроде ничего интересного. Палочка почти догорела. Можем ходить на эту палочку. Видим, что у нас здесь. Снова витринная палочка. А эта палочка уже догорела, и это у нас тройная штука, которая играет замену, которая переносит тело и при этом добавляет след из огня. Нет, наверное. Я не настолько хорошо пользуюсь все эти пространственные чары, чтобы разыгрывать на себя замену. Хотя как палочка, она, ну, в целом, получше моей стартовой. Хотя почти любая палочка лучше моей стартовой будет. Давайте пойдем дальше. Хоть дальше у нас все горит. У нас есть холодное яйцо. Берем. Дальше, чтобы оно все особо не горело. Где пробуем? Ай-яй. Давай я скажу, чтобы оно все не горело. А в итоге я загорелся. Это нехорошо. Так, надо тушиться как можно быстрее.
что немножко не очевидно, но можно тушиться в луже с маслом. Осторожнее надо быть. Я-то думал, что я смогу зажечь. Как зажигалкой. Какой-нибудь антиперспирант. Но нет, оно так не сработало. Что у нас есть? Вот что штука с огнем. А огонь во фляжечке. А пока оно тут горит. И вижу здесь крошки золота. Давайте их заберем. Что у нас? Штука с дисковым снарядом. Но она лучше, чем моё. Если, по идее, пользоваться им разумно, а не как я обычно, то урона наносит очень много. Поэтому давайте возьмем его. Попробуем научиться им атаковать. Не забываем теперь, что у нас первая палочка. Это палочка из дисковой пилы. Маленькой, но зато предсказуемой. Так, сейчас тут рванет. Может быть, конечно, мы зря ждем. Может, ни справа, ни наверху ничего интересного не быть. Но может же найтись еще одно увеличение здоровья. Два увеличения здоровья мы уже нашли. Так, можем, кстати, снизу пойти. Внизу давно уже не так жарко. Мы сможем немножко намокнуть. Что это тут у вас покачивается? Такое странное. Странное, действительно. Так. Единственный минус, ну, помимо того, что я сам себя могу этой пилой убить, то, что при убийстве монстры выделяют кучу крови. Но у тех монстров, у кого вместо крови какая-то токсичная жидкость, соответственно, выделяют большое количество токсичной жидкости. С другой стороны, большое количество крови смотрится очень хорошо. Целые моря крови. И это... далеко не предел. Так. Интересно, можно ли будет в дальнейшем еще огня в баночку набрать? Чё-то я как-то сомневаюсь. Так, вот там вот... Неужели я все попадаю? Я попадаю. А можно просто подождать, пока перегорит. Часть осей. Часть перегородок деревянных его просто затопит водой. Немножко ускорили процесс. Есть еще одно яичко. Бутыль с огнем, бутыль с амброзией. Амброзия так-то чудесная вещь. Дает неуязвимость к урону. Главное как-то грамотно научиться пользоваться. С чем бывают проблемы. У нас теперь есть дружелюбные зомби. Который будет сражаться на нашей стороне. Так, через лава озеро мы, наверное, не пойдем. Хоть у нас и есть бутылка с водой. Что мы знаем, нам этого явно хватит на пересечение озера. Но вот сражаться с тем... что выйдет потом из-под моста, не хочется, потому что это страшно и больно. Ха-ха. Вот давайте немножко пожадничаем, походим, поищем здесь что-нибудь интересное.
А вот чернушка скоро погибнет. Бедняжка. Так, вот здесь надо быть очень осторожным. Поэтому далеко мы сейчас заходить не будем. Так. Вот и шарик — это классная вещь. Который может дать кучу золота. Но потом он взрывается в какой-то момент. А этот взрыв я могу уже не пережить. Давайте пока его оставим в покое. Что-то все пылает. Что это у вас все пылает? Там вот что-то все разбито. Не. Пойдемте на следующий уровень. Неплохая палочка. С дисковыми снарядами, с огненным следом, со светом. Всего лишь за 350. Так, а здесь у нас что есть? Привлечения червей нет. Больше не страдаю от негативных эффектов. Я почти не ем. И призыв в сиди киви. Не впечатляюще. Что еще есть? Дух умерших. Больше золота и отталкивание в сторону. Давайте еще что-нибудь. Мя. Не повезло пока. Но больше золота и сам. Че это у вас там взрывается-то? Кошмар. Кошмар. Ну давайте больше золота возьмем. Что-то мне больно немножко теперь туда идти. Там все как взрывается. Так, ну эта вот штука вроде лучше, чем то, что здесь. У меня же меньше 350 осталось. Кошмар. Я же все бросил на рерол. Ну ладно, что поделать. Тогда пока отправимся так. Печально, конечно. Была неплохая палочка с пилами. Ну кто же нам? Ага. Делает это жуткая штука. Пусть оно взорвется. Пусть потихонечку себе сверлит. Так, а вот здесь будет веселье. Потому что из мух, из лавовых пчел будет литься очень много лавы. А значит, все будет в огне. Я надеюсь, что у него будет какой-нибудь защита от огня, от взрывов. Вот, как видите, немножко не повезло. Зато большое количество крови. Вот о чем я и говорил. Во-во-во. Страшно. Теперь там никто не пройдет.
Причем таких механизмов на этом уровне полно же. Жуть. И невидимо сейчас. Ничего ты высоко кидаешь. Боже, а внизу так сколько? Вы только посмотрите. Кошмар. Кошмар. И здесь еще одно лежит. Жуть. Куда оно делось? Это вот то, что оно вниз упало, оно сейчас грохочет, да? Ай. Так, отходим. Так. Отлично, сейчас тут все загорится. Это у нас тут камешек летит. Аккуратно, теперь надо спускаться, раз мы знаем, что внизу куча таких опасных смертоносных лучей. И мы не хотим на них напороться. Вон, например, он. Ну давай, удачи тебе. Давай, я здесь. А чем? Ах, какие у нас есть. Так. Вот, хотите проверить, как эта штука взрывается. Ага. Она высвобождает после себя большую молнию. Так, а это что такое, чего тут током бьется? Откуда она вообще? Так, здесь уже есть выход вниз. Это хорошо. У нас еще целых 117 здоровья. Что означает, что мы можем еще поискать хорошие палочки. Здоровье. Золото, опять же. А зачем нам выловить? Давайте ли? Нет, тут слишком много огня. Давайте лучше немножко подождем. Ну, подождали. Можем пробовать лететь. О, успех. Нашли палочку с пустыми яйцами, которые накладывают заклинания. Лучше, чем пустая палочка, которая у нас. Ага. Казалось бы, ведь можно пройти безопасно. Ой. Это просто яйца, которые ничего не делают. Вот так делаем.
Ага, там еще одна такая штука, ладно. Понял. Это здесь пытаться подняться. По-моему, обойти. Ага. А к нам это обойти? Видимо, несколькими бомбами. Сейчас только сверху перестанет падать всякая горючая неприятная штука. Осторожно. Высоко не поднимаемся. Живем. Ай-яй. Воу-воу-воу. Он же не будет сейчас вниз поворачиваться? Правда ведь? Не, он как-то странно качается. Ну, понадеемся, что он в нас не прилетит. Как же в тебя попасть? Вот так. Вода сразу убивает этих пчелок. Запомним на будущее. Это может оказаться полезно. Это большая пчелка. А там еще одна. Ай-яй. Не вовремя это колесо загорелось. Так, а что у нас внизу? Так, понятно. Внизу у нас засада. И с товарищем дробовиком. А вот здесь может быть что-то интересное. Можем его как-то это поджечь. Но можем поставить бомбу. Давайте поставим бомбу. В принципе, она все это и подожгла. Поэтому пока тут сейчас все будет гореть по вот этому П-образному маршруту. И скорее всего там ничего нет. А чтобы не ждать, мы поднимемся сюда, где колесо уже прогорело. Там наверху все еще должна быть большая муха. Муха! Так, подходим. Чтобы нас не забрызгало. Ай-яй. Вон первый случай получения урона от своей палочки. Первый, но далеко не последний. Хватит.
сколько можно. Живучий оказался, товарищ. Но мы-то оказались более живучими. И это хорошо. Так, у нас там справа, кажется, что-то горело. Давайте вернемся туда и посмотрим. Может быть, что-то хорошее и обнаружилось. Но если нет, пойдем дальше налево. Итак, этот лаз привез нас. К тому месту, где вообще не пройти. Итак, оно должно было работать. Ладно, мы сами себя проберем. Но тут все равно ничего нет. А жаль. Очень жаль. Всегда рассчитываешь в таких случаях хоть на небольшую, но конфетку. Тебя я пинать не буду. Ты в ту сторону смотри. Я сделаю вид, что я тебя не увидел. И тут еще эта штука. Слушай, а нам, чтобы не спойти, надо как-то с тобой разобраться. Ай, страшно, страшно. Ой. Еще страшно. Может, там еще несколько оборотов сделала. Вот как вот их вращать, и при этом не получить урона. Это вообще возможно? Так, это та штука, которая справа светит. Ну и пусть себе светит, правильно? Правильно. Мушка. Мушка сейчас сгорит. Мушка. Мушка сгорела. Как там-то? Слишком горячо. Мы туда не пойдем. Ага, еще одна штука. А тут уже грибы. Всякие муравьеды. Муравьи большие, ладно, не муравьеды. Просто большие муравьи. Бум. Еще он взрывается. Давайте, наверное, пойдем к выходу уже. Конечно, больше здоровья мы не нашли на этом уровне, что не очень хорошо. Так, осторожно. Здесь мы не пройдем. Здесь мы не пройдем. Значит, пошли здесь. Вот она. Что, попробовать его еще раз пнуть? А я выживу? Если она повернется как-то. Я ж могу не выжить. Хотя... Давайте их попробуем хорошенечко пнуть. Да куда ж ты? Отлично. Я не знаю, откуда взялась эта веревка. Но что, у нас есть шанс. Отлично. Ух. Мы расчистили проход. Теперь можем пойти сюда.
Так, только это. Там внизу? Слушайте, у нас есть вода. Вот наша часть еще быстро начнет превращаться в воду. Из-за того, что мы добавили пару капель воды всего лишь. Часть она испарится, качество кислоты. А местами превратится в воду. Это хорошо, вообще можем пойти вот сюда. И не ждать превращения. Так, он будет осторожен, тут телепортирующий котик. Ага. Телепортирующий котик, говорю. Пойдемте от него подальше. Он сам по себе урон не наносит, но он меня может куда-нибудь телепортировать. Например, на этот смертоносный луч. А так как попадать на смертоносный луч мне как-то не сильно хочется. Мы лучше пойдем дальше, в водяную область. Посмотрим, что нам могут предложить. Постоянное заклинание. Неплохо, можем это вставить куда-нибудь вниз. Целом 380 максимум маны, 104 скорость восстановления. Это неплохо. Да, тут случайность. 800 тратить на... Нет. Ай-ай-ай. Бага. Я же не поменял палочки. Вот же глупо. А теперь у нас вот такая вот штука. Кошмар. Чё? Что я могу сказать? Кошмар. Надо вовремя менять палочки. Так, а здесь у нас большие. Да, большие зубчатые диски с необычной траекторией полета, да. С очень необычной. По идее... Взять... Можно взять бензопилу, ради постоянной заморозки, например, или развлечение ради взять тебя. Так, это случайный? Ты случайный. По две пилы. По-хорошему будет дождаться, пока штука перестанет быть случайной. Так мы можем делать даже финтушами и огненно-горящий кислотный след накладывать. Хотя интересно, как оно так сочетается. Кошмар. Кошмар. Ой-ой, вообще кошмар. Кому-то это не понравилось. А что я с ним делаю-то с этой штукой? Ничего я с ним не сделаю. Эти не убивай. Я же не специально, ну. Прости. Я больше не буду. Я пожалуй, пойду. Пусти. Ну все, он меня убил. Да. Палочка была хорошей, но не пробовать мы решили в неподходящем месте. Вот так забег был явно забавный. Давайте попробуем третий и последний раз на сегодня. Ух, мы все ближе и ближе к успеху. Это означает, что в этот раз нам явно должно повезти. Если, конечно, мы напряжемся и не будем делать глупых ошибок.
Кто это там? Бумскает. А ну покажись. Покажись. Ты что ли здесь бумскаешь? Так, тут мы часть золота уже собрать не успели. А мы можем делать тоже свой бумск. Так, я внизу. Кажется, видел что-то хорошее. Вот эту вещь. Это мы хорошо бумскнули. Всегда вот так. Так-то вообще хорошо было. Здесь все как бумскнет. Ух ты ж. Какой ты прыгучий. А чё это там бомбснуло? Я, конечно, хотел тут все закинуть бомбу сюда, подорвать, но оно и без меня прекрасно бомбснуло. Я не против. Так, вот с тобой бы разобраться еще. А тебя никто не звал, мистер меткий. О, отлично. Теперь можем начать калечить себя. В том числе. Не предумышленно, конечно же. Ну, сюда подойдешь? Давай подождем. Не, к вам туда я уже протискиваться не буду. Потом вдвоем, так и быть, сами сидите. Мы, наверное, будем возвращаться на правый путь. На следующий уровень переходить пока рано. У нас пока много здоровья.
И можно поискать что-нибудь хорошее и на этом уровне еще. Например, побольше хороших палочек. Здоровье, золото. В принципе, список-то не изменился с прошлого раза. Здесь на что? Вроде как ничего. Ага, что-то так просто не вылетает. Жаль. Ну да подождем, пока вся эта жижа не сольется. Здесь есть немножко воды, поэтому есть надежда, что это радиоактивное вещество потихоньку превратится в обычную воду. Может быть, на этой воды тут слишком мало, чтобы запустить процесс. Так, и здесь как-то некомфортно идти. Давайте лучше обойдем поверху. Так, у тебя тут что? Чернушка. Куда-то ушел. Здесь какие-то свечи. Что за свечи, я не знаю. Ага. Ой-ой-ой-ой. Ой. Надо вытекать. Надо вытекать, вытекать. Он в меня не попал. Я в него тоже не попал. Ну все. О. Смотри-ка. Я рад. Так, там у нас что-то разбилось. Феромон для червей, поэтому если поблизости есть черви, они вскоре поползут. Куда-то сюда. О, сундук. Сундук, а чё в сундуке? Ого, берем. Берем, горим. Все, больше не горим. Но, думаю, неплохо так. О, стая уток. Хаотичная стая опасных уток. Такого я раньше не встречал. Плюс призыв щупальца с таймером. В комплекте с таймером. Забавные вещи. Сверлющий свет с таймером. В причине таймера накладывает другое заклинание. То есть надо наложить сверлящий свет с таймером. Потом щупало, которое идет по воздуху, будет быстро скользить, как змея.
который в конце вызывает стаю уток. Мне кажется, это меня убьет очень быстро. Но зато будет интересно. Так, и здесь внизу находится большой колодец. И если я не ошибаюсь, то где-то внизу у колодца может быть. Раньше было увеличение здоровья. Я так давно туда не ходил, что я в этом уже абсолютно не уверен. Ну, давайте проверим. А, не очень удачно поставили. Да. Но вас, конечно же, не пробило эту вещь, а пробивать нам больше и нечем. Увы. Можем максимум тут заморозить ее немножко. Я все еще пока не понимаю, как применять в бою эту вот заморозку, которая замораживает явно не все жидкости. Смотрим на перки. Из перков у нас есть возможность восстановить очки здоровья, выпивая кровь. У нас есть палочка, которая кучу крови делает, что неплохо. Я думаю, да. Давайте попробуем себя в роли бандита, а также попробуем другую палочку, хотел я сказать, но нам, чтобы пробовать, нужна палочка, которая не случайная. А таких палочек у нас как-то, ну... Эта штука, она неплохая. Быстрое восстановление относительно. Быстрая стрельба. Как-то мы делаем ей... Так, сюда встанем. Если мы поменяем вот сюда, то все станет хуже. То есть там было паум-паум-паум-паум. Ага. Извините, рубки. Пум-пум-пум. Слушай, ну в принципе-то примерно одно и то же. Паум-паум-паум-паум. Или пум-пум-пум. 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 Пум-пум-пум даже веселее будет. Теперь. Давайте посмотрим очень странную вещь. Просто... чтобы попробовать. И чё? Мне, в общем, минус одна утка. Вот, ну серьезно. Может, мне маны не хватает? Расход маны 100. Тут 190 маны. При этом мы 30 маны тратим сюда. 20 маны тратим сюда. Минус 50. Минус 50, у тебя остается 140. Все, как это работает? И я не понимаю, как это работает. Давайте, может, пробуем без тебя. Просто страшная конечность вместе с таймером. Конечность. В комплекте с таймером и стоя уток. Оп. Все, все, я все понял. Вот теперь эта штука работает. Окей. Погнали. Ой. Здрасте. А что это у нас в угольных карьерах цветочки цветут? Пахнет землей после дождя, потому что... Ладно, у нас есть штука с щупалом. И с утками. И штука с дисками. И мы пьем воду. Кровь, конечно, пьем. Не воду. Воду, конечно, тоже можно пить, но зачем? Че? У нас здесь внизу куча золота, а я не против. Здесь у нас уже что-то горит. А не попал.
вот теперь попал. Слушай, ну я же могу подлечиться. Ну. Правда, кровь низко, слишком. Слишком внизу и слишком мало. Надо больше. Больше крови. Я знаю, что внизу есть некто, кто может мне ее предоставить, да? Во! Ты! Отлично. Ага. И ты тоже хочешь дать мне крови? Давай, я не против. Ну что, мы реально восстанавливаем здоровье? А, у нас всего максимум 102. Надо пить больше, чтобы больше на здоровье не восстановят. Увы. Так, а что, тут уже конец? Тут уже конец. Не-не-не. Глупышка. Ну чё ж ты самоубиваешься-то? Не студентик же. Так, а тут как? А тут, видимо, никак. Ну, то есть как-никак. Скорее всего, тут... Мойте вот так. Отходим. Посмотрим наверху. Там есть ты. Немножко крови. Отлично. Ой-ой, ты зачем такие нехорошие штуки там кидаешь? Спускайся. Спускайся. Вот. И пополняет прекрасный бассейн крови. Пригодится мне. Позже эту штуку не взрываем, она всю нашу кровь испортит. Что у нас здесь? Это нам не поможет? Утки, наверное, нет. Попробовать бомбочку сюда поставить? Ну, давайте. Ну, куда ж ты покатилась? Дело, что с этих слизней капает не кровь, а слизь. Что будет мешать нам делать красивые озера с кровью? Ну. У нас есть уже как минимум одно небольшое озерцо. У нас максимум здоровья. И мы продолжаем исследовать. Потому что следующий уровень будет сложнее. Вот там еще одна муха. И не только муха. Товарищ, который себя постоянно подрывает. И немножко не хватило подъемной тяги. А это немножко не хватило времени, чтобы тебя забрать. Ладно. Ай-яй-яй-яй. Я горю. Делайте что-нибудь.
Ну ты вот здесь зачем? Как хорошо было без тебя. А ты вот здесь зачем? Потому что он вызывается ядом. Потому что он распространяет огонь. Так, у нас есть последняя бомба, которую можем отложить сюда. Еще один? Сколько вас там? Ага. Так, а что, мне все это выпивать? Мы пьем воду, конечно же. Ладно, давайте подождем. Сейчас эта гора угля, она загорится вся. И отчасти она испарит избыток воды, который у нас в этом водоеме. Который продолжает и продолжает выливаться сверху. Вот иначе мы же лопнуть можем. У нас уже насыщаемость желудка 69%. Вот ты вот здесь зачем? Ага. У нас огонь потух. И что делать? Ну, так позвать. Утки. У-у-у. Утки же взрываются. Утки взрываются. Взрываются вниз. Сколько я хочу вот это вот все выпить? Все хочу. Но сверху продолжает лить. Будет продолжать лить еще долго. А можем сюда пойти, точно? Пошли сюда. Ух ты, утки взрываются с кровью. Это тоже замечательно. У нас есть с собой портативный источник крови. Опа. Мы будем жить. Так, у нас 100% вероятность крита. Мы все равно будем пить, потому что мы восстанавливаем здоровье. 102, все, больше не пьем. Больше нам не надо. Только мне нравятся эти две палочки. Их можно сделать лучше. Утки, дайте нам доступ к сундуку. Утки, ну куда же вы? Ой, ну утки, конечно, классно взрываются. Оставят после себя кровь. Ну да, утки вот здесь тогда спустим. Попробуем вот здесь вот пробуриться. Утки. Ну, почти. Утки, продолжаем. Так, и последние утки. Отлично. У нас есть емкость с большим количеством крови, что позволит нам подлечиться при необходимости. Давайте будем ее помнить и пойдем немножко дальше. Чего ж ты творишь? Эх ты, недотыкомка. Так, а вот здесь есть мухи. Thank you.
всю кровь там испортит своей слизью. И ничего-то мы с этим не поделаем. Вау. Ты поосторожнее же. Эта штука же взрываться начнется. Стоит там. Накидывает всяким. Так. Товарищ динамитом. И большое количество взрывчатки внизу приводит вот к такому вот. Плюс выстрел землетрясения еще. Снаряд, трясущий землю при попадании. Это... Дать нервно вместе, да? Да, все. Давай нет. Да. Утки. Эти. У нас есть штука, которая позволит нам испарить излишек воды при необходимости. А также довольно много золота. В целом все довольно неплохо. У нас есть возможность довольно редко в этой игре восстанавливать свое здоровье. Может быть, делать это прямо сейчас. Это, конечно, довольно слабые палочки в целом. Но зато можно попробовать что-то интересное из них потом сделать. Попробуем найти, может, можно найти что-нибудь более подходящее из палочек. Вместо палочки с одной бомбой. Хотелось бы найти что-то повеселее. Спасибо тебе за твою кровь. Здесь мы спустились. Узнаю это место. Черт. Так, а как туда идти? Ну, только если... Хотя... Что же можем делать? Так. А он их подорвет, интересно? Такое ощущение, что нет. А нет, смотри, подорвал. Отлично. Просто обычно цифры с уроном идут. А в этот раз их не было. Но тем не менее он их подорвал. И это хорошо. Успели? Ладно. Внизу много воды. Наверху. Наверху куча угля. Давайте повторим. Ага. Не, ну можем сделать вот так. Я думаю, так оно должно сработать. Как минимум снизу здесь проход откроется. Как максимум еще сверху штука рванет. Давайте искупнемся. Тут можешь гарантированно не загореться.
Нет, нехорошо. Что, сутки еще как рванут? Ладно, утки-то рванули. О, вот хорошо было. Это было хорошо, и бочку не взорвали. И с товарищем разобрались. Чем на бочку? Тут вообще ничего интересного нет. Здесь внизу могло быть что-то интересное, но... Давайте. Попробуем сюда пробиться. Так, а ты что хочешь сказать? Расплавленное золото. Почему расплавленное золото в крови не остывает? Ладно. У меня еще есть. Теперь парочка. Я, может, даже буду немножко попадать. Так, у нас вот раз землетрясение сработало. Кусок отвалился. Воу-воу-воу-воу. Это что было второй раз? Я не знаю, что было второй раз. Но меня это несколько напугало. Интересно, а он выйдет ко мне? Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратнее. Ничего, зато с него сейчас налилось крови. Мы можем восстановить пропавшие у нас очки здоровья. Крови с него, ладно, мало налилось. Нужно больше крови. Ты вот чё растёшь? Ты вот зачем растёшь? Причём у него мимо самого цветка пройти нельзя. Ага, слизь пошла. А есть кто-нибудь кровавый у вас? О, какая-то интересная палочка. Палочка-плевалочка, окей. Я могу делать так. Отлично. У нас много крови, но это много крови внизу. Можем, конечно, попробовать сделать прям-таки так. А. Лучше не стало. Вот так вот уже чуть-чуть получше. Ну, сейчас часть хотя бы испарится. Хотя бы часть. Так, здесь. Ну, давай повторим. Ага. Утки молодцы. Ничего себе, утки. Ушка не молодец. Иди, пожалуйста. Почему он здесь везде растет? Неприятное же. Хватит здесь расти. Должно быть где-то куча крови. Я же знаю. Неужели она вся там в перемешку со слизью уже? Бу. Такая кровь невкусная. Пойдем поискать вкусную кровь. Может быть, мы ее и найдем. Ну а не найдем. Значит, сделаем новое.
Здесь у нас есть палочка. Я кажется, застрял. Все, разострял. Ай-яй. Давайте обратно выкинем. О. Нет. Это может несколько затянуться. Ладно. Может, можно делать это просто с другого конца. Если ты тянешь за хвост и видишь, что кот не идет, попробуй потянуть с другого конца. Утки. Давайте. Вот утки молодцы. А у нас есть новое заклинание. Новый жезл. 6 заклинаний накладывает за раз по лицу с электрическим разрядом. Наверное, нет. Хотя по факту эта штука лучше, чем вот эта вещь. И можем потом сюда вставить те же диски. Да, давайте. Теперь можем немножко попить то, что вам тут предлагают выпить. Мы восполнили свое здоровье. Но я боюсь, этот уровень нам больше ничего особо ценного предложить и не сможет. Там вот что-то взрывается. Что там взрывается? Пойдем посмотрим. О, много золота. А, два котика. Этому котику как-то нехорошо. Он под кислотой. Мораль, кислота очень плохо влияет на котиков. Землю мы его искать и пытаться с ним разобраться. У нас, в принципе, полное здоровье. О. Так, проблема в том, что он брызжет телепортиум уже, да? Это ж телепортиум. Ладно. Зато мы забрали все золото и, в принципе, не так далеко переместились. Так, мышка. Вот это. Ну. Второй котик остался. Все, второго котика тоже нету. Отходим пока. Там вот кто-то очень нехороший. Там вот кто-то очень нехороший. Так, а вот здесь нас ножа не было. А товарищ себя который раз убивает уже. Слушай, это даже хорошо, что мы пали туда, где нас не было. Правда, здесь начинается уже грибное царство. Опа. Это нехорошо. Он выше, чем я. Он выше, чем я. Ай-яй. Ай-яй. Утки. О, много-много уток. Пойдемте отсюда, туда, куда мы знаем. У нас есть немножко крови, которую можем попить. Фух. Не хотелось бы сейчас помирать. Поэтому знаете что? У нас уже 2000 золота есть. Бонусов к здоровью мы, конечно, так и не нашли. Что, ну,
Не очень хорошо. Зато. Там кто-то живой еще ходит. Мы можем пока жив вернуться назад. Это может быть не такой уже плохой вариант. Так, а мы сможем здесь допиться до крови? А, мы можем сделать простую вещь. Уменьшить количество лишней жидкости. Вот так. Сейчас вода справа будет вытекать ко мне, а я буду ее активно испарять. Все, испарили. Теперь остаток можем выпивать. Часть воды решила снова сюда поползти. Вот такие, оп, испаряйся. Что ж, удивительно, кровь так активно не испаряется, как вода. Мы можем. Только ощущение, что она сейчас начнет сверху снова падать. Ладно, я думаю, такое количество можем уже выпить. Пойти сюда. Нахлебаться здесь. Не слушай, здесь там внизу как-то не очень приятно все пить, потому что там какая-то большая слизь уже. Но из плюсов у нас уже почти полное здоровье. Полное здоровье. Отлично. Фух. Выдыхаем. И идем на следующий уровень. Жалко, конечно, не нашли мы больше. Я же шел, но... Можно туда пройду? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. То я уток позову. Так, там яд. С ядом лучше не контактировать. Эта штука все еще горит. Зеленое слизистое мясо причем. Почему мясо-то? Это же растение. Так, ну мы сюда пришли. Смысл? Кошмар. Вообще-то, оказывается, и не надо было. Нам надо теперь обратно. Ладно, пойдемте обратно. Хотя можем позвать уток. Давайте позовем уток. Утки. Хватило ли нам уток? Знаете, охватило. Ой, тут. А, сейчас тут все в слизи, конечно. А, можно мне проведу как-нибудь? Такое черное. Кошмар. Это слизь, говорят. Просто слизь, а чего она такая черная? Я же видел. Сколько крови. Какая прелесть. Нет? И еще больше крови. Нам, конечно, так много крови не надо. Вообще что-то кровь не... Нет. Вот все. Выпил. Ладно, давайте пойдем на следующий уровень уже. Спускаемся. Получаем 10 бонусного здоровья. Смотрим на новые палочки. Палочка, которая всегда накладывает огненный след. Огненный след.
Разве что мы найдем где-нибудь уязвимость к огню. У нас есть электростойкость? Или испускать жидкость, наполняющую ману. Или возрождаться сотней здоровья, что на вторых не так уж плохо. Давайте два случайных. Нам повезет? А, наверное, нет. Два раза больше золота из самородков и радар для поиска предметов. Не самое полезное. Зато вот эта палочка, она лучше, чем та палочка, которая у нас. Можем убрать эти коробки со взрывчаткой. И поставить сюда. Мы можем даже вот сюда поставить. Но другое дело, что это всегда накладывает электричество, а я себе электростойкость не взял. А пожадничал. Мораль, не жадничайте. А тут будем иногда выпускать одно, получается, штуку. Не, мы их будем по три выпускать. Или по одной, или по три. Или по одной. А если три, то от трех нам увернуться будет самим сложнее. С другой стороны, даже если мы получим, будет куча крови. А кровь для нас это хорошо. Так, эту щупалу с уткой мы оставим. Мне очень нравится эта комбинация. Двойное заклинание давайте уберем сюда. Что, с другой стороны, у нас же есть... не случайная штука. И по идее можем как-то подгадать, чтобы по три штуки с дополнительной маной. Ну-ка. А если мы сделаем так? Так вот. Так. Что мы увидим? Кошмар. Кошмар. Страшно. Страшно, страшно. Меня это убьет. Гарантированно. Как вот ей. Слушай, ну в принципе ей целится нормально. Оно летит очень далеко. Очень быстро. Наверное, так даже неплохо получилось. Это убойная вещь вышла. Что хорошо. Ну а эта палочка делает так. Жук. И они висят. А с чем столкнуться? Там нанесут урон. Окей. У нас есть палка с щупалом и утками. У нас есть палка с безумными дисковыми пилами. Мы спускаемся на ледяной уровень. Опа. Так, а чё из тебя так мало крови? Из тебя обычно же куча крови выливается. Бу. Из них так мало крови льется. Блин, у них так вообще кровь почти не льется. Вот серьезно. Из них так кровь почти не льется. Это плохо. Это плохо. У нас нет другого источника крови пока, да? Ну ладно. Ладно, будем искать естественную кровь. Придумать с количеством крови. Может даже взять перк на ее увеличение, если попадется. А почему их током бьет? Опа. Нет. Кровь. Кровь.
немножко крови, выпьем. А, я понял почему. Потому что сама палочка накладывает электричество. И они, скорее всего, умирают именно от электричества. И из-за этого так мало крови мне оставляют. Ой. У меня уже не так уж много здоровья. Ладно, будем потом переставить, видимо, в другую палочку, которая не накладывает электричество. О, кровь. Классно. Хорошо. Но мало крови. Хочу побольше крови. Больше крови, богу. Крови. Это что у вас? Кровь? Я, пожалуй, вас-то выпью. И тут кровь. Тоже выпью. Так, у нас есть палочка с грибами. Опять же, случайная, но сокращает время перезарядки и вызывает кучу грибов. Давайте возьмем вместо тебя. Где там? Ну где ты там? Что ты сам по себе бьешь? О, ништяк. Пьем. Добываем кровь. Ну. Ай-ай. Меняем палочку. Я думаю, неплохо. Воу. Ах ты ж. Так, там где-то снайпер. Так. Смотри, какой, какой кемпер. Засел там. Не сидит. Но ничего. Мы с ним разобрались. С тобой тоже. Тут у нас палочка, которая кучу волшебных ракет запускает. Выглядит это все вот так. Опять же, тоже все случайное. Так, у нас есть еще одна палочка. Может быть, эта палочка не случайная? Это палочка со всегдашним светом. И по характеристикам она лучше, чем эта вещь. Давайте ее возьмем. Тогда так. У нас есть еще кровь. Не мешай пить. Кто там такой? Ты? Так. Он готов. Снайпер был. Снайпера больше нет. И это хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот по себе этой штукой лопасить не полезно. Но, тем не менее, я это пока переживаю.
Немножко отравились. Так. Кто там? Ты там? Кончай. Ух ты ж! Да что мне в попку прилетело? Ну тебе спасибо. Чё же он сюда придет? Давай, иди сюда. Ах ты ж, зараза. Какой он меткий оказался, а? Вот посмотреть на него. А все так хорошо шло. Что ж, похоже, сегодня мы так и не найдем до джунглей, но неплохие 3 забега вышли. Ладно, неплохие 2 забега вышли. Довольно глупый. Первый забег у нас кончился. Мы выучили новое заклинание «Стаю уток», что тоже неплохо. Большое спасибо за просмотр и увидимся.